Первыми виновников торжества поздравили дети. Школьники представили на сцене театра мини-постановку о буднях коммунальщиков, продавцов и парикмахеров. Нет важнее нас на свете. Люди, помните про нас! Коллеги, с праздником всех вас! А потом теплые слова со сцены высказал руководство Димитровграда. Благодарности за труд всем, а награды лучшим. Почетными грамотами и благодарственными письмами от главы города наградили более 20 работников торговой, бытовой и коммунальной сфер. Я всей души поздравляю вас с этим праздником. Дай Бог вам здоровья, трудовых успехов, благополучия, любви и радости в жизни. Спасибо вам за все. Праздничное настроение создали и артисты. Концерты поздравлений для тех, без кого не может обойтись ни один человек, подготовили лучшие городские творческие коллективы. Татьяна Баловна, Евгений Ерофеев, новости Димитровграда.